Хотелось бы, конечно, что-то вам сказать важное. Кто сегодня чем собирается заниматься в пятницу? Как будет проводить вечернее время? Ой, как Марго. А откуда? Я знаю. Она ж мне не звонит в прямой эфир, я ей говорил всегда. Звони, а еще вот эти штучки ставь. Я ей говорю, Маргарита, я буду с тобой разговаривать только в прямом эфире. Ни больше, ни меньше. Ха, проект. Возвращаешься не на отвались, отвечаешь. На отъебись, отвечаешь, они пишут. Давайте штучки называть. А что это? А это им тогда приходит вот такой типа. Здрасте. Можно сюда мне смотреть. Едем куда-нибудь. Какая музычка, да? Любимый. Люблю вас, обожаю всех. Надо какой-нибудь сексуальный взгляд сделать. Так, Кристина, привет, Кристина. Скажи мой ник. Дарико Али Лиша. У тебя голос выбивший. Да? Я ляпнул немножко и сел за руль. А почему бы нет? Почему бы не заняться этим? Не ляпнуть и за рулем не покататься, правильно? Напиши мне в директ. Напиши мне в директ. Прикольно. Хорошая музыка. Хорошая музыка, да? Плохое качество. Ну, мы едем, извиняйте. Я тоже пью. А? Я тоже пью. Я тоже пью, ну, а чё нет? Все пьяные. Люблю. Приезжай с Марго, люблю вас, обожаю, правда. Ты сам ушел из дома 2? Вывезли в лес и бросили. Да нет, никуда я не уходил. Слухайте, это легкое. Не из какого дома? И я пьяный. Релакс, а? Ты пьяный, Анна. Ты куда погнал? Пьяненькие люди, и вы где пьяненькие? Я тоже ляпнул и за рулем. Ляпнул и за рулем, нормально. Ходишь такая по городу и ездишь. Я хочу на проект тебе прийти. Лежу в больнице. Вот такие планы. Ну, выздоравливай. Выздоравливай. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Куда едешь? Домой еду. Скажите, кто смотрел какой сериал в конце, вот, ну, последний, какой понравился? А? Скажите, пожалуйста, мне. Кто какой сериал смотрел? Все нормально. Я хочу, ты хотел вообще что-то это сделать. Мне хотелось. Что? Я думал, оно все вот так вот произойдет. Перестроиться. Так, что там? Красный свет. Могу сейчас пообщаться с вами. Так, запах клубнички. Запах клубнички сериал. Смотрел запах клубнички? Нет? Mm-hmm. Нет? Почему? Я смотрел по тупому. Минске, да, в Минске. Как? Сериал по тупому перестроиться. По тупому перестроиться. Тоже хороший. Правильный сериал. Когда на поляну? Отбросы. Добавьте. Дом 2 последний сериал. О, Дом 2 великолепный сериал. Ладно, там какая-то девочка все хочет в эфир, но давайте попробуем. Эфир, что она будет говорить. Лия, твоя подруга хочет в эфир. Ну, что-то не созванивается с подругой. О, Илья, твоя подруга. Ну, все. Я сейчас выдам, блядь. Только без мата, только без мата. Вы меня задолбали сегодня вечером. Что ты несешь? Что ты несешь? Оба. Ладно, Артём. Ты весь директ звала моему брату. Что ты хотел сказать? Говори. Я не буду это публично говорить. Если он позволит, я скажу. Все, тогда я заканчиваю. Все, тогда я заканчиваю. Пока. Стоп. Что, говори тогда. Ты эфир начинаешь, кстати, когда я тебе напишу. Я тебе говорю, заходи в эфир, и ты начинаешь эфир. Ага, то есть я по твоей команде выхожу в эфир. Ничего себе. Ничего себе. Нет, это совпадение. Я думаю, кто мной командует? Наконец-то нашелся этот человек. Короче, что? Дело в этом. Ну? Все, давай, так, у тебя есть 2 минуты, Илья, засекай.
минуты. Не засекайте. У тебя столько времени на Дом-2 было поговорить, ты можешь помолчать? Нет, я не могу молчать. Смотри на дорогу, а я скажу людям. Ну, рассказывай, все, давай, 7 минут, поехали, я молчу. Стопэ, у тебя нету таксометра. Смотри, тихо. Сорока, давай фитачок, я очень могу круто читать. Бредятина, вот это вот. Я буду... Стой. Привет. Что ты говорил? Я говорю, ты что хотела сказать? Ты хотела сказать что-то людям. Вот люди тебя сейчас слушают и смотрят на тебя. Говори. Подожди, я читаю комментарии и хочу людям ответить. Мне кажется, сейчас связь что-то плохо ловит и оборвется. Не оборвется? Я контролирую. Люди сейчас хочу посмотреть, какие вопросы задают. Я хочу ответить за тебя. За меня, ну давай. В эфир хотят, подожди, это не то, это неправильный вопрос. Люди, задайте вопрос, я отвечу. А вот она. Смотрите на реакцию от Сороки. Что за бичок сейчас? Бичевка, я давно такое слово не слышал. Бичевка, это веревка такая, бичевка. Убери ее. Так, кто там еще? Нифига себе, сколько запросов. Нифига себе. Ну, давайте. Бывшая Гуфа позвоним. Бывшая Гуфа. Легкий и веселый сериальчик. Солдаты. Бывшая Гуфа, поехали. Я самогон не люблю. Мы пытаемся дозвониться бывшей Гуфа, но что-то не уходит. Почему Дудь не выходит на связь? Дудь! Где Юра Дудь? Юрий Дудь. Меня в эфир. Давайте запросики. Будем с вами разговаривать. Почему бы нет? Ну. Сорока, ты на тачке Марго ездишь? Да, езжу. Что? Да, езжу на ее машине. Да. Все верно. Сорок, сколько твои шапки стоят? Не знаю. Шапками моими, они эксклюзивные, и все вопросы задавайте моему брату. Инстаграм, Илья Сорока. Я вообще не знаю, сколько это все стоит. Это его идея, он все это делает. Так, давайте, кто? Кто там? Кто мне дает? Артем, жду. Запросики, где запросики? А, это все... Сергей Чехнизов. Ты ушел с проекта? Нет, не ушел. Ну, у нас с тобой хорошая фамилия Сорока. О, видите, как прикольно. Сорочка. Слушайте, давайте я доеду, наверное, домой. А, нет, Сережка. Привет. Сережка, Серега. Серега, привет. Сережка, как ты там? Серега, нормально? Что-то не видно, один глаз твой только видно. Серега! Серега! Завис, Серега! Чехнизов, Серега! Это длинный этот комментарий. Серега! Серега, что-то... К сожалению, не смогли поговорить с Серегой, так хотелось. Ты молодец, что не говоришь плохо о Марго. Да почему мне плохо говорить? Юра Маркелов, вообще не знаю, кто такой. Какие-то фамилии мне говорите неизвестные. Иславутич, привет, Иславутич. Анастасия вот Викторовна пытается дозвониться. Давайте поднимем. Алло, мы ищем таланты. У нас сегодня передача. Блин, как интересно, 70 человек смотрят. А я даже и не в кадре практически, я вот просто за рулем еду. Ну давайте, где ты? Где ты, моя хорошая, где ты? Алло, гудим.
Я хочу шапку с сорокой. Вот эта сорока. Я хочу шапку с сорокой. Привет из Сыктывкара. Привет, Сыктывкар. Привет. Маркелов у вас был, ты не знаешь. Ну, вот как-то не получилось нам познакомиться. Не знаю, кто такой Маркелов. Тишина. Ну, что-то не хотят поднимать трубку. Кому еще позвонить? Так, все. Меня пропускают. Я уже во дворе. У себя. Подъезжаю к дому. Где же музыка вообще? Классно. О. Поехали. Кому еще? Классно, это очень интересно. Давайте Кристина пытается тоже дозвониться в нашу студию. Сейчас еще бы найти место для парковки. Ничего себе! Привет! Сейчас зайдем сюда. Да! Видишь? Как дела? Кристинка, как дела? Хорошо, ты как? Да, великолепно, все хорошо. Привет! Привет! Все, куда привет, как зовут вот этого малыша? Богдан! Богдан, привет! Все хорошо у тебя, Богдан? Все нормально, вижу, да. Сытый, вижу. Накормленный, молодец, Богдан. Все нормально? Откуда? Откуда, Кристина? Богдан, откуда ты? С Майкопа. С Майкопа. Майкоп? Ничего себе. Богдан. Да. Я с Богданом только буду разговаривать. Богдан. А еще кто-то? Ничего себе. Я вообще паркуюсь, честно, задом сейчас. И интересно, конечно, диалог сейчас вести. Так, а это кто? Сестра. Сестра. Сестра, привет. У тебя тоже есть такой Богдан? Привет. Нет у меня. Что тебе такой взгляд из-под лобья? Сестра понравилась или что? Брателло мой подглядывает. Так. Брателло, ты брателло его понравилось. Ну, нормально. Так, надо Тархуна взять. Мы Тархуна купили. А где то Тархун? В магазине Тархуна купили. О, Богдан, это ты там на фоне? Все как родные. Звони, как будто родным звоню. Айка. О, смотри. Смотри какой. Айка. Молодец. Айка. А другу твоему сколько лет? Это брат. Брат? Ну. А. Моему брату сколько лет? А, брат это брат. Вера, сколько тебе лет? 25 ему. 25. А, понятно. Нормально. А тебе? 17. О! Ну, скоро можно на дом 2 идти. Знаешь, сейчас... Она мелкая. Мелкая совсем. А ты типа старше. Да я чуть-чуть, я пару лет буквально. Что мне там? Так, там люди пишут привет Краснодару. Все. Привет, Краснодар. Привет, Краснодар. Майкоп, скажи. Майкоп. А мы с Майкопом. Я понимаю, а мы в Минске сейчас. Минске. Как погодка в Майкопе? Офигенно, тепло. А у вас как? Ну, хорошо. Это прекрасно. А что вы там делаете? Я сейчас в лифте буду, уже не будет ловить ни сеть, ничего. Илья, ну давай. Хорошо. Все, всем пока. Всех обнимаю, люблю, обожаю. Все. Там это лайки, подписки, взаимно. Все, пока. Привет! Привет еще раз всем. Че, позвоним? Кому позвоним? Давайте, немножко еще побуду в эфире, зашел уже домой. Даже не успел не переодеться, кепку, даже шапку не успел снять. Так, кому позвоним? Лайв. Любовь моя. Поехали. Так, кто первый? Дарья Лапаева. Поехали.
should know. Привет, молодечно. Не получается позвонить. Давайте, кто? Заявочки. Пятница же. Ну чё, где заявочки? Игорёк, поехали. Не вижу, блин, никто вот. Какая-то принцесса пытается позвониться. Ну что, мы дозвонимся сегодня кому-нибудь? Эй. Здравствуйте. Привет, Артём. Кто это? Как вас зовут? Ярослав. Представьтесь. Как? Ничего, что мы были на одном проекте, нет? На каком? На доме 2. Я вообще нигде не был. На каком проекте не был. Это вранье. Это мой двойник. Да? Серьезно? Здравствуйте. Что важного? Давай, пятница. Что важного хочешь сказать людям? Сегодня у нас в эфире 78-79 человек. Важное что-то скажи. Даже музыку выключи. Поехали. Мне что-то важное сказать? Да, скажи им что-то важное. Не могу ничего сказать. Отдыхаю дома, никуда не собираюсь. В пижаме. Покажи пижаму. О! Фига себе. Кто-то пишет, я помню эту девочку. В пижаме, да, видите. Ну, никуда не собираюсь. Где дома? Где живешь? Я в Питере сейчас. В Питере. Да, я вернусь на проект. Потанцую, вот сейчас музыку включу. Слышно музыку, да? Как потанцуем? Сорока. Немножко. А ты куда-то собираешься? Но ясно. Ты собираешься куда-то? А есть предложение? Приезжай в Питер. Нет. Я не выйду из Питера. Я помню, раз приехал в Питер, думал на 3 дня, остался там больше, чем на 2 недели. Это сумасшествие какое-то. Приезжай, я тебя приучу даже. Да, я тоже. Думаю, сейчас сниму какой-нибудь типа хостел, и все, и буду там 3 дня, все, на 3 дня. Остался, вот где я жил, что я делал, вообще непонятно. Но я остался на 2 недели там. Ну, круто. Вот. Круто. Пишет, у вас разговор не клеится. У нас фикция, да. Что за шапка? Передай привет Насте Кузнецовой. Настя Кузнецова, привет тебе. Почему ушел с проекта? Я еще не ушел. Так, слушайте, вот знаете... Давайте я буду читать только плохие комментарии, потому что хорошие, но они типа, звучат как-то очень не очень. Типа, Сорок, ты супер! Читать их. Да, плохие, значит. Да, я буду читать только плохие. Короче, Питер, все хорошо у тебя. После проекта как? Все отлично? В жизни сложилось, правильно? Да, ок. Но лучше стало? Нет, ничего не изменилось. Все как было, так и осталось. Серьезно? Да. Я думал, вот после проекта вот выйдешь и сразу прям. У тебя что-то сразу... изменилось, но ты там долго был. Я-то быстро ушла. Фотографы, все журналы мировые, такие как, не буду перечислять, какие, начнут брать у тебя фотосессии, интервью, правильно? Всем сразу интересно, кто ты, что ты, правильно? Не, ну я моделью работаю. Но... А, ты модель. Чего себе. Фотографируюсь. Все, максимум. Хорошо. Степень обнаженности твоя на фотосессии? Я вообще не фотографируюсь даже в купальниках. Тебе пишут, что ты не докрасила левую бровь. Я вообще не крашу, ребят. Вот это все мое. Не докрасила левую бровь. Что с хроминой? Откуда знаешь, что с хроминой? Борода к лицу. Тебе борода к лицу, кстати. Мне? Да, видишь, что говорят, что борода к лицу.
Я покраснела, ребят, от этого. Левую бровь. Вообще не крашусь, вообще. Вообще. Ну, это, кстати, минус, наверное. Вот. Минус? Не нужно краситься? Ну, попробуй, может, стоит попробовать. Как-то в зеркале по-другому видишь. Не, я турист. Питер, модель. Никто не верит, что ты модель. Ты в пижаме лежишь, не накрашенная. Какая модель? Что это модель? Я не могу быть. Засмущался девчонка. Ты засмущался или я засмущался? Нет, да, я засмущался, да. Я смущаюсь. Смущаюсь. Сорока, ты надоел мне игнорировать, пишет какой-то сорока или какая-то сорока. Сорока? А, сорока, девушка. Да. Ну, зачем ей краситься-то? Короче, ты будешь дома сегодня, в пятницу. Да, никуда не пойду. В следующую пятницу приеду в Минск. Ну, это мне пофиг, потому что я буду уже в Москве. В Москве? Буду жрать халявные харчи, да. Ну, ясно, окей. Бессмысленный базар у нас. Вообще, а есть какой-то базар вот со смыслом, объясните мне? Вот я вот смотрю столько базаров, вот смотрю на Ютубе сейчас, столько базаров развелось, и вот столько там смысла в этих базарах, вообще с ума сойти просто. Его там копать и копать. Так, выгони эту, не буду читать, кого? Так. Ты читаешь, да? Да. У тебя отпуск-то не затяжной, срок, где такую шапку с логотипа провести? Напиши мне в директ. И эксклюзивно я кому-нибудь вышлю такую шапку. Вот такой эксклюзивный. Как тебе логотип? Вот правда. Ну, твой логотип. Брендовая вещь, Артём. Сейчас еще покажу, подожди, это ж ерунда. Что ж, майки, вот смотри. Вот, смотри, как я сделал. О! Дай мне огня, видно, да? Видно. О! Видно, да? Ты решил заняться бизнесом или что? Люблю, обожаю, видишь? Да не, просто себе, буду сам в них ходить. Думаю, что я хожу постоянно в чужих майках? Можно же свои сделать, правильно? Свои шапки. Пожалуйста. Бомба. Все, ладно, это потом постирать. А шапки? А шапочка только одна? Шапка пока одна. Эксклюзив. Нет, три. Черная, синяя и... Нет, три. Мне пишут, не одна у меня на голове. Сорок, у тебя песня. Классно, спасибо. Хочу сороку, шапку. У меня накрашены брови карандашом. У меня вообще брови, я вообще не крашусь. Вы что, ненормальные? А возьми, слышишь? Возьми вот так вот языком и по брови проведи, чтобы доказать это. Зачем? Ну реально. Ну свои брови, свои. Просто у меня бровь одна так растет. Ну что, это такой мой недостаточек. Одна бровь не так растет, как нужно. И модель. Просто одна чуть-чуть так, а вторая чуть-чуть так. Вот и все. Чуть-чуть так. Так, короче, пишу сигнал. Кому написать сигнал? Быстро. Придумал. И все скриньте скорее. Давайте я тоже. Знаете, что такое сигна? Давайте, быстро, сигна. Там пишут же, когда это когда мамы еще были. Тогда не пальцем, а языком по брови. Да. Сигна. Но. Сигна, поехали. Сбрей бровь в прямом эфире. Сбрей бровь. Да. Оленька. Все, Оленька. 51-43. Оленька. Сейчас, подождите. Оленка. Сейчас. 51-43. Мне 51-43. Артём, тут еще нужно... так, кто тут? Данилова Орен. Орен, да, подписан. 56. Оленка. Подожди, Оленка. Блин, нету маркера. Надо маркер достать. 43. Сейчас принесу маркер. Есть маркер. Неси. Оленка. Готовься. Что ты смеешься, все смеешься? Я просто читаю, что пишут. А что пишут? Я не читаю вслух. Я все пишут мне, потом любовь такой, твоя любовь, короче, Катерика, так понятно. Оленка. Оленка, 51, скринь, вот так вот, сорока, вот. Бомба.
все, кому еще? Ладно, еще одну. Потом, давай, вот, давайте, подожди, Артем, давай, давай, девочки, вот она писала, что она первая написала. Ха, давай, подожди, кто? Хана-банана, хана-банана. Хана, где она? Хана-банана, 84. Непонятно. Что-то Ханна, где сумба? Сколько комментариев? Я листаю, вообще не могу найти. Ну, где она? Там недалеко от этой Оленьки. Зеркальное отражение. Так, давайте все, вот просто. Юлия в Сибирь. Джулия. А, да. Все. Кому? Джулия. Блин, такие имена интересны. Джулия. Джули. Джулия. Джули. Когда новый трек? Федулева. Кстати, совсем скоро выходит. Я же успел записать в отпуске песню. Ну, я видела, что ты записывался. Да. Федулеева. Не успел записать. И он скоро выйдет, сейчас мы его там доработаем. Юля, Сибирь. Вот. Юлечка я. Она пишет, Юлечка я. Юлечка я. Понимаешь, хорошо, спасибо. Мне кто-то 30 лет человеку вот пишет мне. 30 булочка. 30 булочка. Так, Сорока, ты в отпуске? Да, я в отпуске. Так, Артем, а когда ты возвращаешься в Москву? В воскресенье. В воскресенье уже буду на проекте. Все уже. Прям буду. Так, а что ты будешь там вообще делать теперь? Ты решил обратно? Почему не остаться на воле, так скажем? Это слишком сложный вопрос, блин. Можно я вот сегодня не буду отвечать? Блин, сложный вопрос. Ну, пока побуду, мне нравится. Хочу поучаствовать в «Человеке года». Я придумал для себя определенный концепт, что делать на «Человеке года». Ну, короче, такое. Ну, я имею в виду номер творческий. Ну да, ты такой движовый, да. Поэтому тебе нормально. Сорока, ну, блин, мне. Ну, любовь свою найдет. Фаине привет передавает меня. Привет, Фаина, от тебя. Да, музыка. Хочу там, есть идейка, как все это интересно сделать. Так, а ты... убери эту малолетку с эфира. Ты лучше. Меня? Просто ужас. Ты реально. Где там такое написали? Вон написали. Я сам, что ли, это придумал. Какая-то раевская детка. Детка. Не вот. Твоя сегодня. Лаура, привет, Лаурочка. Лаура. О, давай Лауре позвони. Все, давай, пока. Лаура, ты готова? Давай. Эту малолетку реально надо убирать уже с эфира. Артем, ты нормальный. Убрать эту малолетку с эфира быстро. Быстро, я сказала. Все, убрали. Януся намекает, чтобы ты ее притарабанил туда, как девочка хвасталась за тот шанс, мало ли тебе теперь выгорит. Сорока, приветик. В Сибири холодно. Кто там звонит? Есть какая-то женщина тоже звонит. Ты гад, морозишься, блин, однофамилец называется Сорока. Давай, Лаур, выходи в эфир. Чего нет? Выходи. Выходи в эфир, потом еще пару раз на шоу приедешь там. Оно же у нас так всегда. Написал сообщение, все, женись. Съел, блин, заселяйся. Ну, что там? Нет, есть кто-то? Есть кто-то? Ну. Нету запросов. Нету. Ну, звони. Куда звонить? Я вот нажимаю по запросам и пытаюсь понять. Там Катька с Кью-то еще хотела звонить в эфир. Что-то она не звонит. О, столько лайков. Так прекрасно. Ну, давайте. Пока музычка у нас, пока мы кому-то звоним, музычка. А мы дозвонились кому-то? Дозвонились или что? Ну где? Где? Ну нет, что это? Нет. Звоним дальше. Тарус. Привет. Поехали. Так, много. Много уже запросов. Кого-то сейчас будем запрашивать. Опять. Подождите на линии. О! Привет. Привет. Понятно.
Зря выключал песню. Привет, Одесса. Лично пообщаться. Так звони, где? Напиши мне песню. Так. Пытаюсь опять кому-то дозвониться. О, нас становится больше. Нас 150. О! О! Привет! Привет! Здорово, Вашок. Сам с собой разговариваю? Сам привет. С собой разговариваю? Привет! Педрила лысый. Педрила лысый! Педрила лысый! Как же круто! Как же круто! Покажись! Ну, это все, что ли, что ты хотел сказать? Все! Жаль, конечно, да. Жаль, конечно, да. Придется выключать. И послушать, наверное, музыку. А хотя там было написано, что это Настя Пономарева. Ну, ладно. Мы себя любим всей страной, конечно. Какой страной, интересно? Ой, я чуть монитор включил. Давайте, кто звонит еще? Так, о, Лаура звонит, поехали. Давай. Идем. Я не знаю, как ноги выглядят. Кадры, грязные ноги показывать некрасиво. Так, где? О. Боится в глаза сказать этот Настя. О! Здравствуйте! Сколько лет, сколько зим? Лаура, ты фотография только твоя видна. Из республики «Привет». Как песня называется? Из республики Калмыкия. Привет. Что-то никто не это. Ну, типа, ты... Грязные ноги, блин, вообще прошелся по полу. Были чистые. Это в носках. Да, зависла Лаура. Да, ноги помыть можно. Очень символичные ноги в кадре. При тебе, Лаура, показал. Лаура, не алло. Лаура, перезвони. Давайте музычку еще. Севастополь. О, обожаю Севастополь был. Так, когда же ты кинешь глаз? У Лауры телефон говно, пишут мне. Лаура, совсем что-то. Давай, давайте, кто там? Зарина какая-то пытается позвонить, Казахстан. Давай, Казахстан. Лаура, ты пока там найди себе интернет хороший. Лайкать перестаньте. Уф. Казахстан, что ли, на связи? Здравствуйте. Вы кто? Как вас зовут? Меня зовут Зарина. Зарина, очень приятно. Очень вы откуда? Зарина. Откуда? С Казахстана. Казахстан. Интересно, да. Не был. А какой город? Караганда. Караганда. То есть где-где? Да. Караганде. Прекрасно. А у вас на фоне сервиз какой-то чайный, да? Там просто посуда. Просто посуда. Хорошо. Казахстан, Караганда. Расскажите о себе. Что именно? Три самых важных достижения в жизни. Вот три самых важных. Все? Все, что ли? Где Караганда? Почему Караганда? Только начал общаться с какой-то девушкой, и все. Симпатичная была девочка, да. И что, придется опять слушать песню? Кто это? Только начал разговаривать, вообще ж. Давайте еще звонить кому-нибудь.
Только вот начал разговаривать. Ладно, давайте. Шапку хочу. Кто будет звонить? Где звонки? Где звонки? Анастасия Викторовна, Ксения в запросах. Вот, интересненько. Вот сейчас позвоню. Есть звук? Звучит или не звучит? Красиво из Казахстана. Эх, жаль, упустил такую красивую девушку из Казахстана. Так, мы Мишу Крупину знаешь? Ну да, есть такой парень, слышал. Давай ему зону наваливай. О! Покажись! Не хочешь? Тук-тук-тук. Ты где? Алло. Ну, ты где? Есть кто-нибудь здесь? Или я разговариваю? Я уже с ума, наверное, сошел. Да, так точно реально. Это интересно. Спряталась. Алло. Есть кто-нибудь? Там кто-то шевелится вообще? Алло. Просто человек, не знаю. Позвоню кому-нибудь другому, да. Странный звонок. Какое-то странное ощущение. Но чтобы это ощущение как-то убрать, поставлю песню. Так, Сигну еще одну сделаю. Так, кто звонит? Давайте. Где? Кому? 9 запросов. Так, такая девчонка была из Караганды, конечно, упустил. Ну, ладненько. Ты нифига себе, сколько запросов пошло, ничего себе. Алло, мы ищем таланты. Мне сигну. Оленька, я тебе уже делал сигну. Не успел ее. О, выключаю музыку. Привет. Здравствуй. Как дела? Нормально. Там на фоне кто-то говорит. Да девчонка смотрит фильм. Она с вами не может поговорить? Может. Давай с ее к нам в беседу. Она не хочет. Жаль. Как зовут? Откуда? Настя. С Витебска. Настя, привет, Настя. Витебск? Вот, совсем. Далеко от Минска. Поехали тусить сегодня. А? Погнали, все, приезжай. Видите? Тебя Марго разрешает. Блэкол бар Марго разрешает. Ну ты что, мне мама разрешает. Я с мамой разговаривал, она сказала, Артем, будешь идти сегодня тусить. Вот я пойду. Ну, если ты меня заберешь, то пойдем. Так я больше скажу. Вип-стол. Вот реально. Вип-стол, кальян, бухлишка.
Ну все, еще. Забираешь меня с Витебска, и мы едем с тобой тусить. В смысле забираешь с Витебска? Я тебе расскажу дорогу от вокзала. Я в курсе. Ну, тем более. Давай, там сколько там, последний поезд, во сколько из Витебска едет? А? Не знаю, уже поздно. Кальян, бухлишка. Уже не идет. Молодые, так я только к утру буду. Стриженные парни. 5 часов ехать, и что? Ровной черной бородой. Сколько ехать? 5 часов. Ну, ты как раз на автопати успеваешь. На автопати. Нормальный движ. Не хожу по клубу. Какая скукота. А куда хочешь? Видишь, я вообще в кровати лежу. Ты видишь? Ну, ты как раз все собралась ведь. На вокзал. Маршруточка. Витебск. Минск и все. Ну? Да? Нет, что? В другой раз. В другой раз. Я напишу, как приеду. В следующей жизни сразу скажи. Не в этой жизни, извини. В этой жизни нет. Не получится. Есть, смотря твое желание. Мое как желание. Ты захочешь. Я тебе говорю, реально сегодня VIP-стол. Свободный вход. Правда. Да? Ну? Что да? Ну? Ну? Все, нет. Зачем тебе карандаш? Пока. Все. Соберешься, звони тогда. Будешь в наших краях. Все, Настя, реально. Ну что за люди пошли? Ну? Где Караганда моя вообще там? Мне кажется, с Караганды быстрее бы приехали в Минск. Худеет как раз, если автостопом. Давай дальше. Это заставка. Сорока будет дуть. Дик. Так. О, слушайте, смешно, не смешно? Там кто-то еще с Караганды запрос включил. Георгий позвонит. Но, конечно, шапки буду носить бренды. Че нет? Мне нравится моя шапка. Так, я звоню там или что? Или кому? Или куда? Инга. Луковская Инга. Так, скрипка Даша. Ё-моё, с ума сойти, сколько у вас? Так, кто-то... Я видел, там кто-то еще из Караганды был. Айко. Сейчас звоню ей туда. Так, Караганда. Оба. Поехали. Алло. Алло, здравствуйте. Это сантехник вам звонит. Ваш сантехник у вас прорвало трубу. Здравствуйте. Привет. Ух ты. Здравствуйте. Ты потише, на казашке. У вас сколько? 7? Мы просто знакомые зики. А знакомые кто? Зарины. Зарины. Вы знакомые Зарины. Нифига себе, у вас там из Караганды все. Да. Слушайте, увидите Зарину, скажите, чтобы написала мне в директ. Хорошо? Хорошо. Скажите, что просто между нами. Никто же нас не слышит. Пускай напишет директ, там есть одно предложение у меня там. Сетевой маркетинг вообще. Шучу. Как зовут вас? Что-то связь тупит. Это я туплю. Это не связь. Это вы тупите. Это мы тупим, да. Вы сейчас акцентом разговариваете. А почему? Да, а где вторая? О чем разговор? Вот она. Вот она. Интизар. Хорошо. Как? Интизар. Сложно для меня. Сложно. Я просто боюсь ошибиться. Еще раз. Как?
Интизар. Сука, интернет. Тизар. Вообще не могу. Тизар. И сам ты бетизар, блин. Кто там пишет? Как? Еще раз. Еще раз. Запиши. Интизар. 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 Да, да, да. Двоих зовут одним именем. Нет? Подождем. Что-то связь плохо ловит. Ну, а почему у вашей подруги лучше ловила связь? Надо... Но обязательно передайте, хорошо? Что? Обязательно. Обязательно. Зика вас ждет. Вы насколько знакомы? Вы соседи просто ее где-то в соседнем? Ну, ее давно знаем, она лучшая. Она лучшая. В каком деле? В каком деле она лучшая? Я ее только не знаю. Но она замечательная, она общительная, она хорошая. Все, отлично, я понял. Она круто у вас сидит. Девочки. Примите ее. Приму ее к себе в аул, возьму ее. Девочки, спасибо вам огромное. Люблю вас, обожаю. Да, она вам тут пишет. Позвони, спасибо. Позвони. Но! Позвоню. Позвоню обязательно сейчас. Можно никак не буду комментировать наш диалог? Просто послушаем музыку. Какой аул. Гродно, привет. Чё, аул, дом 2. Ой, смешно. Смешная трансляция получается. Давайте позвоним кому еще. Звоним. Ту-ту-ту-ру-ту-ру. Чё-то понравилось мне звонить. Так, звоню с аватарками. У кого вообще есть аватарки? Так, если увидите там эту Зарину, пускай напишет директ. Если кто ее там знает. Речица, привет. Я победил. Ну, это прекрасно. Кому-то набираю. Шапка сорока. Где гудки? Зарина. Люди. Ну что? О. Так, где я? Шапка огонь. Он поймет, что я здесь. Это кто? Ленка, ты что ли? Так, о! Звоним сюда. Мне так и не позвонишь. Ну, давайте заявку. Всем звоню. О! Сейчас вообще покажу. Смотри, что подъехала. Кепка. Вторая кепка. Сука, шапка еще одна. Кому-нибудь обязательно подарю ее. И еще одна шапка. Белую сейчас накину. Шапки меня. Так, а пока заявочки. О, белая как сидит. А? Бомба. Я Зарина. Так, Сорок это псевдоним, нет, это фамилия. Все, звоним. Пытаюсь дозвониться ко всем. Ничего не дозвонюсь. Давай, нажимаем. А тем временем мы уже 40 минут в трансляции. Это прикольно. Белую мне подари. Белая. Ты. О! Опачки. Здравствуйте. Как вас зовут? Привет. Как? Пея. Вы мама Зарины. Здравствуйте. Алло. Алло. До меня только дошло, что на шапке сорока. Дошло. Ну, главное, что дошло.
Поехали дальше. Так. Ту-ту-ту. Так, Зарина, мама твоя звонила. Что-то не получилось с ней нормально пообщаться. Давай, ну где? Уже шапку я поменял. Кто там? Кто сегодня порвет наш эфир? Ну, набирай, бро. Я уже звоню, все. Желтая лучше. Понял. Со мной прямой. Ну, коннектинг, смотрите. Идет сейчас, пишет внизу. Вот здесь вот внизу пишет коннектинг. Ну! Не работает. Серый огонь, говорят. Серый. Давайте, кому еще? Кто готов? Прям. Так, ладно. Еще. Ну. Таня какая-то. Ну, давайте попробуем Тане. Позвонить Тане. Таня, тебе звоним. Пока пускай еще песню выиграет. Обожаю. Синяя? Давайте синюю попробуем. Опа! Извините, я тут не подготовился. А все, что ли? Все, что ли? Это все? Все вот так оно? Так, ладно, готова там она. Кто там готов? Что? Я бабушка Зарины, звони. Так, новая какая-то заявка. Не знаю кто, просто звони. Опа! Hello, everybody. Everybody, вашу маму. А, все, слышно, все. Слышно, да? Здравствуйте, как вас зовут? Телефон психологической помощи, доверия. Вы можете нам доверять. Да, расскажите, что случилось? Что происходит в вашей жизни? У меня все в жизни хорошо. Серьезно? А ты где сейчас находишься? Я в данный момент дома, но собираюсь в ванну. Это дико, например, но я в ванну, например. Почему ты дома в шапке? А ты где находишься сейчас? В какой-то темноте? В подъезде, наверное. В падике? Нет, я в маршрутке. Ответ хочется услышать. Я ты в где? Маршрутке. Вот, уже вышла на улицу. Где? Давай. Да. Пока! Ну как с вами? Вот как разговаривать? Ну, подключите интернет нормальный. Ира Подольская, привет тебе. Опять поплыл. Да нет, я просто посмотрел. Просто посмотрел. Давайте еще песню послушаем, пока еще звоню кому-нибудь. Так, next. Кто следующий? Фу, простите, что одна песня сегодня играет, но она мне так нравится. Поехали дальше. Все, что ли? Ясно. Привет из Москвы. Москва, привет. Кому дозвониться? Ну, у кого интернет хороший? Совсем там где-то с подвалов каких-то звонят люди. Откуда только они... Так, вот давайте. Вот девочка какая-то интересная. Уйдет, да, кепка? Мне тоже вот очень нравится, как идет кепка. Звони мне с Казани, Ксюха, привет. Давайте, вот сюда звоним. Фэнтези, песня называется «Бази Фэнтези».
Так. Привет. Ну, наконец-то, просто наконец-то, до тебя не дозвонишься. Нет, это приемная, да, президента Сейшел. Да, как до Кремля прям. Да, здесь у нас в запросе, в ожидании много звонков. Рассказывай, как зовут тебя? Ты где? Ты почему на заднем сиденье сидишь? Почему на заднем, на переднем? На переднем сиденье? С кем? Конечно. Настя, с кем ты сидишь? Подруга. Подруга. А, ничего себе. Покажи подругу. Подруга красивая тебя. Это, знаешь, одна страшненькая, одна красивая. Ты страшненькая, я понял. А покажи подругу. У нас все красивые. Да, не может быть такого. Такого ни разу не было в моей практике. В Саратове все красивые, понимаешь? А, не Саратов. Надо меня пучать. Да. Саратов, это круто. Я не был ни разу в Саратове. А почему подруга не был на приезжать. Потому что она знает, что... Я в розыске. Она просто в розыске. В розыске? Да. В Саратовском. Что вы делаете? Что вы сделали? Вы украли ту машину, я понял. Да? Да. Да. А как на машине? Перекрываем. Подожди, а машина чья? Машина подруги. А, я понял. А как, заработала? Конечно. Или подарили? Бизнес. Все бизнес. Да. Вы куда? Девчонки, вот пятница. Вы куда? Да мы никуда, домой спать. Отработали, теперь домой спать. Отработали, да? А где отработали? В ювелирном магазине. О, ничего себе. Что сейчас да. Вот в ювелирном магазине? Что продается сейчас больше всего? Больше всего? Кольца. Ну вот, кольца. Обручальные? Нет, женские. О, свет вы... Вовремя включите свет. Я то, что... Зачем? Давай выключай. Ну, посмотреть хоть на вас. Ну, Саратов. Блин, ты включи тоже меня. Караганда там вообще, вы все с Караганды соединились? Там в комментариях только из Караганды пишите. Блин, со светом тебя не видно, отсвечивает все. А, ну, конечно, я понял. Нет. А, привет из Минска вам. Почему ты дома сидишь в пятницу? Не, я еще собираюсь. Я вот пытаюсь... Вы звоните кого-то? Может, кто-то из Караганды пойдет со мной в клубешник потусить? Может, из Витебска, там 5 часов всего ехать? Вот, не могу понять. Может, из Саратова прилетит девчонки? Да, из Саратова вообще ближний свет. Ну, из Саратова, ну, наверное, из Караганды поближе. Ну, я тоже так думаю. Тебе прям Караганда, Караганга. Зацепила тебя. Караганда? Вообще, я да. Всю жизнь просто говорил об этом, не знал, где это, где-где. Слушайте, ты что, все, спать? Пятница спать? Ну, конечно. Завтра на работу. Так... Не все люди работают, точнее, отдыхают по субботам. Ты завис. Надо... Кто-нибудь ну, движ там. Это на работу. Ты что стал так бизнес конкретно? Тут только работаем, мы работаем. Работаем, сука, и работаем. Отдыхать в отпуске летом. Тау на связи, Тимир Тау. Девочки, вы зависли, блин. Я столько по телеку не показываю, сколько в эфире здесь сегодня. Сейчас желтенько один. Короче. Кепки. Беленько. Шапки наземляемся. Все, финал. Финальный звонок. Да, я со всеми иду. Вот кому дозваниваюсь, тому и... Давайте попробуем кому-то позвонить. Ищу прямо сейчас. Так, ну... Офигеть, не могу никому, что-то я, ничего. Ну вот какой-то есть еще кто-то. Белая моя. А черная моя.
Давай мне. Сохрани эфир. Ну, дозвонюсь, там коннект идет. Ну. Напиши мне в директ, я все расскажу тебе. Ну. Нет, сегодня только так. Нет, не ушел. Давайте еще одному человеку позвоним. У кого нормальный интернет? Зарина, ты где? Звоню, ну. Ты кто? Опа! Опа! Прямая трансляция из душа? Из ванны? У меня шпал карандаш. Хорошо, что не мыло. Привет. Привет, ты где? Ты таким томным голосом говоришь, ты спала. Извини, что я разбудил тебя, позвонил тебе. Прости, пожалуйста. Ну ладно. Так. Тут Зарина. С этой Зариной. Нету заявки у меня такой. Давайте сюда позвоним. Вот мне нравятся люди, они оставляют заявку, я туда тычу. О! Привет. Чё-то темно. У тебя так? Давай вместе споем. Давай споем все вместе. Вместе с тобой. А я сяду в кабриолет. Я не знаю эту песню. Давай. Куда-нибудь. Я не знаю эту песню. Я забудь. А проснешься. Давай что-нибудь посоври. Меня уж нет. А я сяду. Кабриолет. Интересно. Стимертау, привет. Мертау, привет. Спасибо. Не знаешь такую песню? Mm-mm. Давай еще раз. Выучила уже за первый раз. А я сяду в кабриолет. Я не знаю эту песню. Давай. Ты проснешься? Меня уж нет. Посовременнее. Ой, что посовременнее? Ну давай тогда это. Тебя рассветы. Рассветы и туманы для тебя. Для моря тебя, и океаны для тебя. Цветочные поляны для тебя. Пели красиво, хорошо. Знакомого нашего общего, знаю Стаса, лично знаком, хороший парень. Он тоже мои песни поет часто, вообще любит мои песни. Давайте еще раз. Я еще, наверное, позвоню. И потом будем говорить. Давай, давайте. Давай. Так. Ну что, поехали еще раз. Ну что, кому звоним? Столько запросов, там 17 штук. Дозвониться некому. Даша какая-то скрипка. Саша Хитрова. Хитрова. Вот ты хитронил? Она какая-то Хитрова. Ну, с Лаурой так и не поговорили.
О, вот есть Санечкина. Санечкина. Пожалуйста, звони. Скрипка Даша. Даша, тебе сейчас позвоню. Позвоню. Опа! Здравствуйте. Ничего себе, у вас ксерокс на, в заднем фоне? Или что? Звук пропал, а вот появился. Это принтер. Или это принтер? Это принтер. Это принтер? А где ты? На работе? На работе. И где, вот где в такое время работают в пятницу? Игровой Минск. Клуб. Минск работает. А где? Игровой клуб. А где? Ну, в смысле... Где? Юго-Запад. Кем, да. Администратор. Юго-Запад. А кем мы работаем в 10 часов ночи практически? Это уже? Администратором. Вот тусите. Администратором? А где? Да. Игровой клуб. А-а-а, все. Ты... Что? Что? Плохо слышно тебя, плохо ловит. Пропадаешь, что-то соединение пропало. Они все выиграют. Там все выиграют сейчас. Как они без тебя там? Что? Бесплатно играют. Почему тебя так плохо слышно? Блин, и в Минске. Ты не играешь? Ну... Да, это автомат. Да? С ума сойти. А да. Вот я ни разу не пробовал, но чувствую, у меня слюна на эти кнопки пойдет, если я начну ляпать. Так ни ты разу не знаю, попробуй, сейчас я научу. Спасибо. И я ставлю там все бабло свое. Спасибо. И 500 все свои долларов, которые у меня есть на карте. Вот. А вдруг поднимешься и выиграешь 5000 долларов? Может быть. Это, конечно, может быть все. Слушай, спасибо тебе. Я не очень связь тормозит. Не могу как-то говорить так, когда связь тормозит. Ну, связь, да, пропадает что-то. Хорошей ночи тебе. Ты до утра же работаешь, там же до утра работают. Да, до утра. Давай, держись. Хорошо? Спасибо большое. Адресок сбрось в директ. В директ адресок. Все, давай, пока. Хорошо, пока. Ну, мало зарабатывает, типа много зарабатывает. С тобой тезка говорить хочет. Александр Козел какой-то хочет со мной поговорить. Ну, какая-то музыка пошла. Ну, давайте еще будем. Ладно, все, заканчиваю. Финальный звонок. Все. Последний на сегодня. Ну. Что-то тормозит все. Что-то тормозит. Ну, поехали. Ну. Ладно, все. Вот. Ну. Сыграть не сегодня, сегодня уже не буду играть, вчера выступал. Да звоню вот всем, кто запрос оставил, всем звоню, ну что-то совсем что-то. Ой, ну наверное будем завершать. Вот еще раз нажму. Ничего не меняется. Ну вот еще давайте вот сюда. Ой, я уже все. Да я звоню всем. Лагает, да, что-то лагает совсем. Даша, что скрипка, обещал вернуться. Так,
Поехали. Небольшой танец и спать пойдем. Правильно? А я